С 1 августа в аэропорту Кишинева вступили в силу новые правила безопасности. Меры приняты в связи с участившимися сообщениями о минировании. Согласно новым правилам, в здание аэропорта будут пускать только персонал и путешественников, у которых есть билет на вылет. Для входа и выхода выделят отдельные коридоры. Кроме того, при входе в здание установят сканеры для проверки ручной клади и багажа. Аэропорт будут патрулировать кинологи со служебными собаками, а парковку разрешат только в специально оборудованных местах. За последний месяц правоохранители получили более 20 сообщений о минировании аэропорта Кишинева. Ложные сообщения поступали ежедневно, в том числе в минувшую субботу и воскресенье. Начальник отдела Национального инспектората расследований Олег Ожог сообщил, что задержаны трое подозреваемых в отправке ложных сообщений об угрозах взрыва. «Мы считаем, что цель этих людей – дестабилизировать и без того напряженную ситуацию, внушить гражданам мысль о том, что власти не могут навести порядок. Уверяю вас, что это не так, и мы скоро установим личность этих людей», – сказал начальник отдела Национального инспектората расследований.